Там какая-то летняя верандочка есть. Можно типа кофе пить. Может пиво. Еще не пробовали. Ну, это вот типа театр. Вот расписание, куда чего. Вон мини-клуб. Сейчас потом пройдемся, еще поглядим, поедем. По цветочку. Ну, цветочку вроде тут с пальмочками хватает. Ну, потом еще вот там поднимемся. Но вот этот бассейн, вот он небольшой, но тут самое главное, что люди по утрам, 6 утра, лежаки прибегают и захватывают, привязывают к ним зонтики. Ну, мы еще пока не опытные. Может, тоже будем привязывать. Ясно. Вот такая горочка у них тут. Ну да, с балконом-то на солнышко плохо будет. Ну так, хотя пока сильно его и мучает. Так. Ну, сейчас мы поскакаем, посмотрим, это самое, где там море, как оно выглядит. А это вот для детворы тут у них. Качельки всякие, карусельки. Особенно то это самое, да. Ну, все равно. Интересно. Видимо, это к морю выходить. Только это вот кафешка есть летняя. Напитки пить, да? Холодненькое пиво, видишь, там видимо. Дай-ка я присмотрюсь. А вот порт. Поливают все. Поближе. Даже вентилятор есть. Холодный чай написано. Холодный чай. Нет, а вон там бочка-то. Где бочка? Ну вон. Бочка стоит. Не видишь, что ли? Это чай, а там бочка. А там пепси. Ты где что не надо, так не видишь. Я так вот все вижу. Ну, сейчас мы посмотрим. Какой он там всю бочку. Ну вон бочка с краниками. Как раз это там, наверное, и есть. Битнер. Что такое битнер? Ладно, потом разберемся. Вообще у них тут природа какая-то интересная. Так вот посмотришь, не поймешь, что он такое. Это цветочек такой. Скоро распустится. $1 час $3. Вот смотрите, у них тут еще это. Доллара. Типа это самое, вот это отдыхает эти турки. На подушках развалится. А потом вот этим занимаются, да? Ну. Видно, что кальян $5. Интернет? Домашний с русскими. $3 час. Ага. Советская кофе $2. Туркиш кофе. Никого не видать у них. Яблоня, да? Сережа говорит, это хурма. А мы вот так вот присмотримся. Смотрим, черешок уже кто-то отодрал. Ага. А вот повыше. Смотрим, хоп, вот она хурма. Только она зеленая еще. Ага, точно. Но... Нет, это не... Ну смотри, ты не видишь, что ли? Вон она грусть висит, бананевка. Вон она. Поближе с ними подойди. Я говорю, так поближе, а что мне ходить-то? Я увеличил. Даже если не буду скорее купаться. Ой. Интересно. Что-то есть, я же чувствую. Нет? Ну, нет. Ну, тут мало ничего. Там главное, рыбки плавают. Всякие. Так я снимаю, что ты переживаешь. Потом свет плохо получаться будет. Что за народ не ломится, у них кушать. Ну. Что, они все на трёх бегут? Ну.
Ну, так понятно, надо людям-то всем рассказывать, но...